Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ну что, ежедневные награды за Лигу Мастеров 3 звезды я забираю. Сегодня будет, видимо, короткая серия, потому что моя цель — попасть в топчик. Так, зайдем в испытание. Черепашья буря кланфуд. Я прошел здесь все. Ребят, ну что, попробуем пофармить. А вдруг нам выпадет орнамент. Так, 30 жетонов. Снаряжение кланфуд. Есть, эксперт снаряжения, отлично. Так, теперь попробуем вытянуть здесь. Снаряжение кланфуд. Телескоп. 30 жетонов. Все, закончился здесь. Здесь тоже 8 надо, да? Так, а сколько у нас там? 750, так, секундочку, ребят. 750. Так, мы же слэша прокачиваем, да? Точно. Да, нам хватает, ребят. Мы берем 3 ДНК, итого у нас 64 из 100. Нормально. Так, открываем бесплатно колоду. 5 баксов. Слушай-ка, 5 баксов. А ну-ка, давай-ка я кое-что сделаю. Опа. 651 телепорт. Вот это я понимаю. Так, ну а теперь давай пройдем серию испытаний. Возьму Макмана, Бакстера, Ваньку, Армагона и Крэнга. Поехали. Сейчас будем с ними тут разбираться. Ну что, Ванек, загрустил, по ходу дела, да? Без боев-то. Блин, я вообще-то хотел Ваньку... Ладно, сделаем так, лучом. Я хотел Ваньку атаковать. Бамс. Слушай, ну Ванёк-то выдержал удар. Так, следующая партия, да, у нас? Давай, наверное, сделаем вот так вот. Блин, вчера, ребята, ложусь спать, ногу как свело, я думал, все, ребята, хана мандрыга будет. Как там писали, ущипните себя посильнее, там еще что-то. Где-то я читал, что возьмите иголку, проткните себе ногу. Ну, это, честно говоря, уже после того, как нога прошла, я начал вспоминать эти все идеи. Ну, вряд ли бы я стал бы себя тыкать иголкой. А то, что я себя щипал, это вообще бесполезно. Ну, вот просто, ребята, свело ногу, голень. Хоть ты тресни. Раз свело, значит, не хватает, что там у нас, калия, магния. В общем, каких-то элементов не хватает, надо их восполнить. Так, ну что у нас тут, сразиться в сложном режиме? Ну, поехали. Опять же, ищем нашего... Подожди, а кожа головы у нас прокачан, да? Да. Мы начали качать карайку. Именно по скиллам. Так, для этого нам нужно 4 катушки с пленкой. Раз. Два. Раз, два. Так, 3. 4. 4 катушки с пленкой мы нашли. Так, и теперь 9 вот этих номеров. 1. 2. 3. Ну что ты, блин, ну не хочет. 4. 5. 6. 7. 8. И последний, пожалуйста, дайте мне 9. Все, ребята, отлично. Так, мы можем здесь прокачать. Сколько тут? 3000. А мне нужно еще на кожеголовом прокачать. Ну там, по-моему, твою налево, блин, 12000 надо. Так, 12000 набрали. Есть. Так, кожеголовый, ты где у меня? Да ё-моё, ну 12500, ты издеваешься надо мной сейчас. 12500 надо там, оказывается. Давайте наберем здесь еще порталов. Так, а если я, например, сделаю вот так вот. Железноголовому все равно, ребята, крышка. Блин, где мне взять? Сколько там нужно? 200, по-моему, да? 200 мутагена.
Здесь они нам за простые бои не даются. За простые бои нам даются просто очки с тобой и кубки. Мутаген. Если только поиски делать. Так, опять же, поиски делать за пиццу. Пицца у нас кончилась. Твою налево. Ладно, короче, я прокачиваю скилл Карайки. На коже голового опять откладывается до лучших времен, блин. Шредер, зачем ты вот это сделал? Зачем хил ты врубил? Я вот сейчас в данный момент вообще не понимаю этого. Зачем вот нам хил здесь нужен? Когда он 40-го уровня. Я понимаю, там 80-го будет. 40-го. Он врубает хил. Молодец. Так, ну что, еще два эпизодика. 60-й уровень кожеголового. Ой, кожеголового, железноголового. Сейчас мы его тут помурыжим чуть-чуть. Так, он врубает огнемет. Смотри-ка, постепенку он повесил на Бакстера. Мы ему тоже в ответку постепенку. Пощечину, на, типа, куда ты там смотришь? Пробили. И остается у нас последний поединок. Это эпизод 4. 80-й уровень бойца. Ну что же, поехали. Ракеты. Хитро, парень, хитро. Так, замедлили. Дальше сделаем луч. И некая это получилась ракеты. Да ладно, блин. А так, если... Есть. Все, друзья мои, абсолютно все телепорты мы с вами собрали. Так, теперь пойду-ка я, наверное, прокачаю скилл Карайки. Так, вот она, Карайка. Вот улучшение. Тогда заодно и уровень... А, и уровень не поднять. Давай, Бибов. И забираем награды. Ну что, переходим на турнирную арену и смотрим. Лига мастеров, 2 звезды, 1 ранг. То есть вот так они мне скинули, да? Ну что же, вперед, как говорится, из песней. 17-24. Берем Армагона, берем Супер Шреддера. И потихонечку нам сколько здесь? Ну, в лучшем случае, ребята, придется потратить... Не то, что даже потратить, а придется поиграть всего лишь 10 боев. И мы с тобой перейдем в топ. Вот ты смотри, вчера буквально в это же время, да? Я играл, прошло, ну сколько у нас? Прошло сутки, да? За сутки, ребята, меня скинули, считай, на целую лигу. То есть у меня была Лига мастеров... 3 звезды. Почти топчик. Почти, ребят, топчик, там 50-е, по-моему, место было. И вот они меня скинули. Быстро, конечно, тут. Зевать, короче, нельзя. Ну что, возьмем. Так. Поехали. Нам все равно потом придется отыгрывать более, так сказать, слабых персонажей за счет более сильных. Поэтому я могу себе здесь вот так вот позволить сделать. Давай, ураганчик. Ага. И добивка, скорее всего. Блин, ты посмотри, какой, а? Кабан. Вот в последнее время я заметил все виды кабанов. Они не так быстро падают. Они стоят на ногах до последнего. Поэтому их приходится в последнюю очередь добивать. Раньше у нас такая фигня была с Донателло. Так, ну что, 81-я позиция. Я тебе говорил, по десятке будем прыгать, и все будет окей. Раз, два, три... 4, 5. А блин, конечно, Рокзарва 78 уровень здесь как-то вообще не в тему. 80-й, точнее. Почему я взял, что он 78-го? Что это мне вдруг приглючило-то так?
Ну давай, Лев, жги. Так, вот этих вот охламончиков надо убрать отсюда. Он стал атаковать, я думал, он будет хилять. Я, наверное, возьму здесь провокацию все-таки. И сюрики. Троечка в минус. Да нет, нет, Донни, твой этот дрон здесь не поможет. Твой дрон тебя здесь не спасет. Ну что, еще одна отличная победа. Так, 71-я, да? Даже 70-я. Вот оно как. 17-24. Ну, давай возьмем эту команду. Берем Крэнга. Так, так. Так, и вот так. Вот такая забавная команда. Ну, самый первый будет ходить, конечно же, у нас Усаги. А потом, скорее всего, будет Крэнг. После Усаги кто-нибудь останется в живых? Да, наверное, все останутся. Давай, добивай. Ага, добивай, там Донателло, у него фул хп почти. Нет, Крэнг, как ни странно, всех просто тюф, своим лучом. Слушай, ну он крутой, ребят, согласитесь. Крэнг крутой. Нам вот еще надо будет проверить кроликов, насколько они крутые. Но для этого нам нужно их прокачать. Так, ну что, ребят, по-моему, все бойцы мои супер мощные отыгрались. У нас остаются не очень мощные, так скажем. Ну, откатов у нас хватит на все наши дела здесь. Так, и... ну, добиваем. Все, шлепнулись. Окей, двигаемся далее. Так, с 60-й на 50-ю. Ну да, все идет как надо. Армагон плюс Крэнг. Вот захотелось мне почему-то взять Армагон плюс Крэнг. Уж не знаю, к чему это сейчас приведет все. У них есть тут инициативщики тоже мне. Ну-ка, Армагон, покажи-ка свою ярость. Минус Майки. Слушай, ну неплохо они сработались. Крэнг и Армагон. Замечательно получилось. Еще одна нестандартная, как говорится, команда у нас. Сороковку давай. Так, того получается еще 4 поединка. Еще 4 поединка. Раз, два, три. Погнали. 79 уровень у противника. 79 это самый последний, ребята, уровень, который здесь у них может быть. Соответственно, и награды по кубкам самые высшие. Офигеть, как они там распластались. Просто с лету их валуном, ребята, нашинковал мой Армагон. И Леонардо, естественно, осталось просто добить, и все. Ну что, 30-я позиция, да? 29-я, хорошо идем, просто замечательно. Так, ну что, Армагон плюс... Давай возьмем вот так вот Усаги. Армагон плюс Усаги. Раз, два, три. Но если тут ошибемся нечаянно, нам будет плохо. Вот, например, тут есть Кирби. Если мы его не добьем, он хильнет команду свою. Но он упал. Он упал, и Армагон, соответственно, всех приплющит остальных. С Армагоном, как и со Шредером, да, можно любых брать. Все равно им, как говорится, крышка будет всем. Так, ну что же, мы двигаемся далее. 18-я позиция. Так. Так. Раз, два, три. И еще у нас 25 откатов остается. Да, конечно, ребят, нам тут хватит на все. Погнали.
Пумс. Сразу двоечка упала. Добивай, пожалуйста. Не, можно было бы, конечно, и ракетами стрелять. Тоже был бы неплохой эффект. Вот, в принципе, и все. Остается последний поединок, который мы отыгрываем и, соответственно, берем топовое место. Последний поединок. Армагон и Лео. Раз, два, три. И, кстати, заметь, что в тех командах, которые мы выбираем, нету майки. Да-да. А раз нет майки, значит, тут победа 100% будет за нами. Хотя там, где Карайка есть, там тоже, ребята, инициатива, извини меня, зашкаливает. Вместе с Ханом. Когда они тем более 79 уровня. Поэтому есть бойцы, да, скажем так, персонажи, которые могут, как говорится, за воротник сделать и самого Микеланджело. Так, ребят, ну что, берем первое место, да? Ну еще бы. Вот, в принципе, моя задачка на сегодня и выполнена. Так, что нам надо? Здесь все тихо. У нас 110 платиновых, ребята, осколков. Плюс 75 получим за эту неделю. Итого будет у нас 185, да, 185. Нам нужно 400. То есть еще как минимум 3 недели. 3 недели нам надо будет, ребята, фармить. Ну, не фармить, а играть, чтобы получить осколки. Нужное количество. Так, дай-ка я вот это вот разберу, потому что тут не в тему они как-то стоят, не по очереди. Так, это тоже убираем. Так, у остальных вроде бы все тихо и спокойно. Так, 16 тысяч мутагена. Откуда я столько набрал? А, ну за арену, да, наверное, или скорее всего за арену. Ну так тогда хватает, ребята. Все, прокачиваем мы нашему кожеголовому до 6 ступени хвенговизации. Все. У нас уже 17, как ты видишь, вот этих орнаментов. Тоже радует. Так, а пицца у нас есть вообще? Твою налево, не вижу, блин, эту пиццу. Пиццы, ну, очень мало, ребят. Очень мало, поэтому... Есть ли смысл здесь? Ну, давай один разочек. Один разочек? Получится или сколько там? Два разочка. Так, сплинтер. Все. Все, ребята, все потратил, что мог. На этом будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.